Уважаемые зрители! Добрый вечер, любители и ценители музыки! Сегодня в нашем зале будет снова звучать музыка в исполнении народного художественного коллектива «Молодежный эстрадно-симфонический оркестр». У дирижерского пульта художественный руководитель оркестра Ярина Погонец. Сейчас мы приглашаем на сцену дебютантку. Это ее первое появление на сцене в качестве солистки нашего оркестра. Александра Собецкая. Музыка Игоря Шамо, автор текста Валерий Куринский. Днепровский вальс. Солистка оркестра Александра Собецкая. Thank you.
на флюгельгорне Максим Перов. Той, которая Бога просила о счастье, за здоровье своих дочерей, сыновей. Каждый новый наш шаг для нее, он как праздник, и больнее всего ей от боли детей. На сцене солистка оркестра, заслуженная артистка Автономной Республики Крым Екатерина Ясинская.